Илья Евмуромец едет, смотрит соловей разбойник. Глаз вытек, плачет, сидит, увидел Илью Муромца и на дерево, значит, он говорит: «Соловушка, это кто ж тебе глаз-то вышиб, а? Илюш, приезжай, приезжай, родненький!» Смотрит Змей Горыныч, две головы оторваны, третья в узел завязана, значит, вся шея узлом, хвост завязан, значит, каким-то тоже узлом, одна лапа отломана, другая переломана. Он говорит: «Горыныч, а кто ж тебя так изувечил-то, родненький ты мой, а? Да, Илюш, приезжай, приезжай от греха, приезжай, приезжай!» А Соловушка подползает к Горынычу и говорит: «Горыныч, ну ты посмотри, а? Березой, ну человек человеком и поговорить может, и по соболезнам. Как напьется, то не так свистишь, то глаз у тебя не на том месте, понимаешь?»